Семья и счастье в хореографическом рисунке, детский смех и юношеский задор. Один из старейших танцевальных ансамблей края Иван да Мария открыл новый сезон в День отца в год семьи. Так начался новый год в истории ансамбля – 33-й год. За это время Иван да Мария громко заявили о себе на весь край, страну и мир. В августе ансамбль участвовал в двух международных конкурсах и привез гран-при и 13 дипломов лауреатов первой степени. Участники побеждают не только соперников, но и себя. Этот концерт подготовили в рекордные сроки. В этом году мы просто за максимально короткое время, у нас маленькие самые ребятишки, выучили репертуар. Это очень трудно, за месяц, за полтора детям все это осознать и выучить. Очень много переводов постановок, новых постановок, поэтому решили попробовать. Из-за гастролей танцоры летом практически не отдыхали, но постоянные репетиции давно стали образом жизни. Ксения в ансамбле с 4 лет и, признается, ни разу не хотела прекратить танцевать. Даже если педагоги были строгими, то я считаю это правильно, ведь без строгости не будет результата, без дисциплины не будет результата. Не будет результата и без поддержки. Благодарность родителям – важная часть концерта. Вот она уже 9 лет ходит сюда. Как во вторую школу, да? Да, я бы сказала, даже больше. Наверное, для них танцы – это больше даже, чем школа. Это их маленькая семья, в которой они живут, проживают свое детство, юность. И им все здесь нравится. Они получают от этого удовольствие. За 3 десятилетия коллектив ансамбля, родители танцоров стали большой семьей, в которой поддерживают друг друга и помогают детям взлетать еще выше. Впереди у Ивана да Марии новый год для свершений. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, «День с толком».